Вторая часть про six-pack кемпер. Кровать, которая стоит над кабиной. Окна. Здесь были окна, без штор, без ничего. Я сделал их на таких вот заклепках. Делаю так. Раз и все. Тебя никто не видит. Там окно. Здесь окошко. Такое же, как и там. Маленькая полочка для чего-то. Вот сверху этот аварийный выход, escape hatch. Если что, можно его открыть, выйти на крышу, посмотреть, что там на крыше творится. Не хочу сейчас вылазить. Вот. Да. Вот входная дверь, такая же шторка сделана. Это здесь москиту. Две дверки, как бы это... от комарей сетка. Здесь маленькая кладовка с зеркалом. Вот это вторая часть, в кровать, которая сложится. Полочки, там инструкция оригинальная 89 года. Значит, здесь сидеть, столик маленький, и 4, даже 5 человек мы здесь сидели. Столик здесь двигается немножко. Можно убирать, еще он крутится. Как удобно. Вот сверху полка. Вроде бы как. Но вот здесь есть такие крючки. Их тянешь с той стороны. А с этой стороны. И разлаживается в кровать. Получается вот такая кровать. Здесь может спать человек до 120 паундов, по-моему. Ну, ребенок. Мой 6-летний сын здесь спал. Вот, это значит окошки, которые в кабину идут. Когда кемпер стоит на нем. Розеточка. Работает, когда включен снаружи в розетку, к дому подключайся. Работает. Здесь, значит, тоже полочка. Пропан, тут электрика. Вода, канализация, не канализация, серая вода. С рукомойника туда идет. Холодильник. Тут замочек такой. Ой, поворачиваешь и открываешь. Маленький холодильник. Морозилка здесь даже есть. Вот. Он может работать как на электричестве, так и на пропане. Вот. Печка. Три конфорки печка. Духовка снизу. Мы там всякую вкуснятину запекали, когда отдыхали. Окошко и здесь такое же окошко. Оно просто все закрытое. Сейчас все убирается. Это окошко тоже открывается в сторону. Сейчас я его, наверное, не открою одной рукой. Тут сетка стоит от комаров, опять-таки, чтобы летом не зажариться. Здесь вытяжка стоит. Вытяжка, когда есть, готовишь, она все запахи туда вытаскивает. И лампочка там. Свет горит. Вот. Здесь у нас smoke alarm. Пищит, когда дым есть. Полочка. Еще одна, это аккумулятор проверять. Как, в каком он состоянии. Вот он. Уже надо заряжать. Еще одна полочка. Здесь, значит, насос. Чтобы вот этот кран, вода качала, надо включаешь насос. Вот он гудит, слышно. Это свет на улице включается над дверью. Умывальник. Две раковины, как сказать, разделенные. Здесь полочки. Вместе с канализацией связано, не с канализацией, с этой. Вот. Это аккумулятора. Ящик здесь стоит. Здесь тоже полочки такие обрезаны. Это под аккумулятор вырезан. Кусок, чтобы помещался. Здесь ложки, вилки. Всякое такое. Это вот включаешь, когда включенный к дому подключен переноской к розетке. Включаешь, и у тебя здесь электричество есть. Все работает от сети.
а не от аккумулятора, который здесь стоит. Здесь вот стоит остальные приспособления. Здесь вот стоит бак водяной. Я не знаю, сколько он литров, галлонов. Это туалет портативный. Ну, не буду объяснять, как пользоваться. Сам ни разу не пользовался. А это то, что переводит все 110 в 12 вольт и всякое такое разводит по всему кемперу. Расходит. Вот такая вот штукенция. Хорошая вещь. Нравится. Но надо продавать. Тут тоже вот свет. Включается, выключается. Тут вот кнопочка. On, off. Вот тут свет у нас. Вот тут у нас еще свет. Вот тоже над умывальником. Лампочка есть. Включается, выключается. А вот эта сетка, за которую рассказывал. Дверь можно открыть, а эту сетку закрываешь вот так. Все, ни мухи, ни комары тебе не залетают. Открывай окна, отдыхай. Ночью спи спокойно, никто тебя грызть не будет. Здесь зеркальце. Зеркальце, здесь Лешка такой стоит. Привет. Кто будет смотреть? Да, огнетушитель. Стол. Стол слаживается. Сейчас я покажу, как он слаживается. Вот, значит, как стол слаживается. Снимается крышка. Вытаскивается этот столбик, на котором она стоит. Вытаскивается. Вот эта штука убирается. Достаем полочку. Раскладную, которая у нас есть. Чик. Разложили. Сюда вот взяли. Там есть паз алюминиевый такой, уголок. Сунули. Столик взяли. Положили. Подушечки, которые, на которых сидим. Тоже вот так вот. Положили. Вот. Получается кровать. Опять-таки. Я здесь спал. Здесь вот так вот спал. Вот лежу, моя голова упирается, ноги чуть торчат, но спать вполне возможно. Я здесь с сыном спал. Сын понад стенкой спал, я здесь. Очень легко и просто. Встали, подушечки убрали. Столик подняли. Эту штучку. Чик. Вот здесь паз такой есть, он туда всовывается. Эту штуковину сложили. Чик. Полочку. Штучку эту. Чик. Все, кровать убрана. Подушки положили на место. Как доктор приписал. Все. Вот и вся кровать. Кровать, стол. Быстро, удобно. Значит, здесь спит, спало два человека. Два взрослых сюда поместятся. Здесь спала жена с дочкой. Здесь спал младший сын на этой полке. А на этой полке я спал со старшим сыном. Все поместились, никто не остался обиженным. На улице шел дождь. Было хорошо и уютно. Все. Обзор закончился. Спасибо.